Зарегистрировать право собственности, не выходя из дома. Управление Росреестра по Самарской области совместно с телекомпанией «Самара-ГИС» проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны. 28 апреля во время эфира программы «Город С» ветераны могут позвонить по номеру 202-11-22 и пригласить специалистов Росреестра на дом, чтобы сдать документы на регистрацию прав. После регистрации сотрудники Росреестра привезут документ, удостоверяющий право собственности на недвижимое имущество, к ветеранам домой.